Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Apple Expert. С вами Владимир. В сегодняшнем видео я расскажу о автономности iOS 14.0.1. Итак, прошло достаточно времени использования iOS, и мы с вами сейчас посмотрим, сколько прошло времени и как разряжался аккумулятор. Без 22 я зарядил на 100%, и сейчас уже 15 минут 11. И как видите, какой график у нас понижения заряда пошел. И вот поэтому можно уже от каких-то цифр отталкиваться. Вот сейчас посмотрим на то, что какие показатели на S14 и на S14.0.1. Видим, что у нас есть показатели справа iOS 13.7, то есть Single Core, видим, у нас возросла по сравнению с iOS 14.0.1. И Multi-Core, конечно, не так выросла по соотношению, но по батарейке уже есть какие-то плюсы. Поэтому стоит на это обратить внимание, если вы уже висите на iOS 14, поэтому обновляйтесь на 14.0.1. Вот, в принципе, все. Цель видео была показать вам, какая автономность, и дальше вы уже определяйте сами, стоит вам обновляться или нет. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Всем пока!